Шок. Малахов бросил беременную жену и отправился с другой женщиной в отпуск. Популярный телеведущий Андрей Малахов ушел от беременной жены Натальи Шкуливой. Его новой возлюбленной стала предприниматель Ника Белоцерковская. Сейчас владелица кулинарной школы на юге Франции отдыхает в Индии. Подписчики в Инстаграм начали спрашивать о ее личной жизни. Одна из пользователей соцсети написала, что Малахов начал встречаться с Белоцерковской еще в декабре. А сейчас он не живет со своей женой, так как готовится к бракоразводному процессу. «Все до единого слова, правда, худею к свадебной церемонии», — ответила Белоцерковская.